Добрый вечер всем. Хотя добрым назвать его тяжело. Я буду говорить на русском, чтобы все, кому адресовано это послание, понимали меня. Я Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере, но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100%. У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, убивают наших жен, убивают матерей, убивают наших детей. Но вы ничего не говорите, вы ничего не комментируете. Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит действительно у нас в стране? Многих из вас я знаю, со многими я знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно. Поэтому, ребята, вы имеете влияние на людей. Покажите это. Я вас прошу. Пожалуйста. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру. Но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни. Всем спасибо за внимание. Слава Украине!